жителей, который прописан там аж с 80-го года, в списках не оказалось. И все они пошли голосовать. У меня почему-то в дополнительный список. Кто чистил списки, кто ответит за такое? Это специально был сделан бардак для того, чтобы никак нельзя было доказать, найти. Привозили, подвозили сумасшедшее количество надомников. У меня нет столько инвалидов, сколько было надомников. Нарушение в виде уже оформленных паспортных данных в заявлениях с надомниками. И как говорила председатель УИК, эти заявления оформлялись не ей, а уже перешли из ЦСО. Кто дал право нарушать выборное законодательство? Кто дает право вообще нарушать? Кто посмел привесить Грудинину информацию? Плакат должен быть готов за 32 дня. И только если выбыл кандидат, только тогда можно что-то менять на плакате. Привешивали незаконно, заставляли снимать. Весь район Отрадный снимал. Через несколько часов привесили опять. Это какой-то кошмар просто. Что касается выборов, это не выборы, это перевыборы. Путин из телевизора не выходил, в отпуск не ушел. Это просто, да, то, что он не женился, это его лично, да. Это его проблемы. Кстати, что хотелось бы сказать, да? Почему-то по телевизору очень активно обсуждался сын Грудинина, что он якобы владелец недвижимости за рубежом, да? Я вам как юрист скажу, это неправда, потому что владельцем за рубежом может быть только гражданин Евросоюза. Но почему тогда, в таком случае, если сын Грудинина мелькает, мы молчим о дочерях Путина? Почему мы об этом молчим? Почему мы не сказали о его счетах? Я в пятницу была в администрации президента. У меня 180 пострадавших пенсионеров и инвалидов. Я стою на их защите бесплатно. 180 человек лишились имущества. Я приехала в администрацию президента, где такой товарищ, привет ему, Мясоедов, да, мне сказал, может быть, Генеральная прокуратура недостаточно рассмотрела ваше дело. Я говорю, извините, это вопрос мне или я приехала задать его вам? Какая может быть администрация? Вот такая, которая не знает законов, которая сидит. Это администрация президента Российской Федерации, огромнейшей, богатейшей страны. Люди, которые не знают, не понимают, не разбираются ни в чем, сидят и тупо пересылают жалобы по другим инстанциям. Наведите порядок. Хотите управлять страной, наведите порядок в этой стране. Ни один орган государственной власти не работает. Ничего не работает. У нас его нет, государства. Спасибо. Да, да, да.